11 декабря в Большом зале Саратовской государственной консерватории состоялось выступление архиерейского мужского хора. Большой зал Саратовской консерватории не вмещает всех желающих побывать на концерте духовной музыки. Архиерейский хор существует с 2003 года. Главной задачей коллектива является участие в архиерейских богослужениях. Со сцены звучит 25-й концерт Дмитрия Бортнянского «Не умолчим никогда, Богородица». На протяжении 13 лет ведется активная концертная деятельность. Записано несколько аудиодисков, в том числе и в сотрудничестве с зарубежными звукоинженерами. Звучит произведение Феликса Мендельсона «Сурексит Христос» – «Христос воскрес». Сегодня зрители услышали произведения русских и зарубежных композиторов: Феликса Мендельсона, Александра Гречининова, Дмитрия Бортнянского, Сергея Рахманинова, Константина Шведова, Юрия Фалика и Георгия Свиридова. Концертом архиерейского хора традиционно завершаются межрегиональные пименовские чтения.